Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 20 февраля 2019 года. Хотя по календарю еще зима, но на улице у нас уже весна. Весна. Погодка радует. Хотя вода еще ледяная. И это тоже очень-очень радует, потому что чем ближе приближается весна, тем тепло, то бишь, тем возникает все чаще вопрос, а где купаться потом, когда будет уже теплая вода, где находить эту ледяную воду. Кстати, если есть у кого-то советы, напишите, пожалуйста, в комментариях, я буду очень благодарен. Кстати, сегодня температура воды плюс 3, а воздуха плюс 5. Так. Вчера вечером было суперлуни. Это такое редкое явление, когда Луна находится на самом близком расстоянии от Земли. Вот. При этом еще вчера и было полнолуние. Это явление еще реже. Что могу сказать? Ночью наблюдал здесь, на берегу моря, это полнолуние. Луна действительно, как и обещали, была намного ярче, чем обычно. Это просто величественное и манящее зрелище. Просто обалденно. Море у нас, видите, какое сегодня? Ну что, пошли? Как всегда говорю вам, что это было просто супер, а сегодня это просто бомба. Сегодня такая энергетическая вода, может быть из-за суперлуния, может быть из-за полнолуния, не знаю, может быть из-за всего вместе. Но это было просто офигительно. Знаете, дорогие друзья, астрологи говорят, что суперлуние, полнолуние очень сильно влияет на настроение человека, на настроение, на его поступки. А я вот думаю, что на настроение человека все-таки влияем мы сами, сам человек. Вот я, например, сегодня встал с утра и решил, что у меня хорошее настроение. Вот. И знаете, оно ведь так и было. И дела спорятся, и общение с людьми. И, кстати, сейчас при купании я убедился, что принял с утра правильное решение. Еще астрологи говорят, что полнолуние сейчас, вот вчерашнее, в феврале, оно находится под знаком Льва. Ну, а Лев, как известно, самый дерзкий и самый смелый знак зодиака. Так астрологи говорят. Пусть не обижаются тельцы, я сам телец, и все остальные знаки зодиака. Вот. И поэтому этот день, он наиболее подходит в году для принятия кардинальных изменений в жизни и решений, которые могут поменять всю вашу жизнь. Кстати, для тех, кто еще не решился, но очень хочет искупаться в ледяной воде, сегодняшний день как раз подходит. У вас есть до вечера еще время, чтобы принять это кардинальное решение. Так что присоединяйтесь, меняйтесь к лучшему.
принимайте решения, изучайте вопрос глубже. И прекрасного вам настроения. Хорошо. Класс. Блин, и даже совсем не холодно. Это больно, хочу вам сказать. Да, кстати, не устану повторять. Обязательно это нужно делать босиком. Для того, чтобы было заземление. Заземление. Чтобы мы обменивались энергией с землей. Это очень важно, чрезвычайно важно. Иначе эффект будет очень мал. Да, и про шапку не забываем. Бережем голову. Ну все, удачи всем. Ой, хорошо. Хорошо. Класс. Чайничек уже кипел. Ой, чаечек сейчас, класс, как раз то, что надо.